подписчикам. Кому-то, может, добрый вечер или добрый день. У меня началось утро. 21 февраля. Сейчас 5:30 утра. Я двигаюсь по Вайомингу еще. А утро началось у меня с pre-trip inspection, с заправки. И заправка была, надо сказать, неудачная. Я стал на колонку, которой не работал правый насос. И так получилось. Очень холодно. Сейчас минус 9 по Фаренгейту. Это больше 22 градусов мороза по Цельсию. Ну, я сел в кабину, наблюдаю за счетчиком, как заправляется. Говорю, счетчик отщелкнул. То есть, как бы должно быть. То есть, остановился он. Я выхожу и проверяю. Обычно баки доливаю вручную. Долил полный левый бак. Полный, под горлышко. Перешел на правый бак. За пистолет. А пистолет и не работает. То есть вообще в правом баке топлива нет. Ну и что делать? Датчик показывает абсолютно полный бак, а правый бак, с которого запитывается двигатель, ну, он не совсем пустой. У меня было чуть меньше четверти бака, когда я заправлялся. Там топливо было. Но обманка, в общем, очень опасная. Но я понял, что нужно переезжать на другую заправку и заправляться. Собственно, что я и сделал. Я проехал, ну, недалеко, может быть, там миль 5 или 8. И был фланжей. Я заехал и залил правый бак 95 галлонов. Вот так вот, полные баки. Ну, взял деп и поехал. Дорожка была не очень хорошая, надо сказать. Довольно-таки стрёмная. А сейчас все хорошо. Дорога чистая. Морозяра. И светает. Будет что-то интересное в пути. Сниму. Но так, все, пока белым бело. И больше ничего. Перекур 5:47. Всего езды 10 часов. Ну, как будет получаться, будем посмотреть. Вот так работает неисправный двигатель.
я до него еще не доехал. Вон он внизу там. Стояли, все забито.
впереди какая-то тень. По-моему, это машина. А, ну да. Потихо едем. Фитрит, твою мать, от этого. Такая она восьмидесятка. Веселая. Ориентир, за ним я и еду. Куда он, туда и я. Вот куда-то в пропасть, и я, наверное, за ним. Вот, блин. 67 миль осталось Вайоминга. Там этот придорожный верстовой столб сообщил, как их доехать. Так, наверное, в Юте там не лучше будет. Поехали. Да, типа налево нам. Вот он свернул на незамерзшую дорогу, и я на них. Пришлось одевать. Это, да, конечно, такая морока с этими цепками. Он направо, мы направо. Неохота мерзнуть. А там в снегу с этими цепями возиться будет и не ладно. Надеюсь, пронесет. Едем. Выбрался, а то все осталось там. Не знаю, видно или нет, но в общем там, конечно, кошмар, блин. Еле-еле вытянул, честно говоря, как-то было не очень радостно, как-то тревожно так на душе. Не дай бог тормознуть, это улетел сразу, блин. Но о, миловал. Едем. Но дорожка все равно литком покрыта. Так надо присматривать. Сунемся помалу. Скорость чуть-чуть подняли. О, верстовой столб говорит 51 миля Вайоминга еще. Дальше будет неизвестно. Ну вот, похоже, авария впереди. Сейчас доедем, глянем, что там. Ага, что-то случилось, да. Беда за бедой, вот это вот. Что-то там каша какая-то, блин. Развернула поперек дороги, как это он так
вообще в другую сторону. Оп! Вот лопатый, блин. Вот Товинг таскает. Хоть в таком месте, вот тоже слетел с дороги. Поехали далее. Черт. Правая полоса, сплошной лед, а на левой чуть-чуть асфальта есть. Вот это приходится по левой полосе ехать, чтобы на дороге удержаться. В общем, вот такое вот, вот такая езда. И то не быстрая. Все белым-бело. Впереди там посыпальщик едет. Раньше надо было это делать, блин, они сейчас вот это что-то тут затеяли. Пролили, все как бы чисто почистили, а вот наверх не знаю. Ну доедем сейчас, будем смотреть. Смотрю, машины быстро пошли, наверное, чистенько. Чуть-чуть притопил. Ой-ой-ой, ну конечно. Хотелось бы надеяться лучше, чем Вайоминг, но, честно говоря, впереди там тоже что-то там такое мостится.